Hat's eine Weitwinkelkamera? Hat's eine Weitwinkelkamera? iPhone. Дико извиняемся, пришлось перезагрузить, чтобы поставить телефон в другом режиме, иначе просто не шло. Да, так оставим. Ну ладно, вроде да, ну вот так вот оставим, так нормально. Нас чуть хуже видно будет, но зато хоть не будет крутиться камера. Понеслась. Всем здорово. Видно, слышно тоже нормально? Так же самое, как до этого. Все слышно? А теперь уже не будет крутиться. Все, мы зафиксировали телефон в другом режиме. Чуть-чуть не так широкий экран. И, ну, как-то так. Я говорю, надо покупать профессиональную технику. Надо просто разобраться с этой. Или с этой разобраться. Ну, мы технические дебилы, значит, пока что. Вообще. Ладно, я. Ну, Игорь, как мастер спорта технического прогресса, тоже не разобрался, так что буду обобщать. Так, сколько у нас? 27. 27 уже? Начнем отвечать, когда будет 100. А начнем сами задавать вопросы, когда будет 200. Сколько? Появляется больше? 26. Даже за этого смысла нет. Если вопросов нет, можно и расходиться уже. Давайте, спрашивайте, что хотите знать, чем можем быть полезны? Как угодно, в принципе, прямое общение, задавайте вопросы, если какие есть, буду отвечать, хочу знать все. А что значит все? Задавайте, я попробую ответить на все. Вопрос, да, когда они замышлялся. Когда малыши родились, забираем от самки, естественно, сразу, когда видим, ну, когда она дорожала. Важный фактор, может быть, люди иногда слишком рано начинают забирать и мешают девочке дородить, что может призвать за собой такую нехорошую ситуацию запорчика или того, что она просто прекращает доиться, то есть схватки прекращает или там сдерживает, потому что ей мешают, тогда будет очень-очень проблематично. То есть дайте девочке дорожать, даже если вот эти уже все малыши вылезли, еще подождите, сходите, выйдите, просто выйдите из комнаты, идите покурите, я знаю, это сложно, но идите попейте кофе, покурите и потом вернетесь еще раз обратно. Если у нее еще идут такие после схватки, то есть как будто она выталкивает, но на самом деле уже пустая. Вот, если такое уже видите, пустая, то тогда время как раз забирать их от девочки. Желательно. Знаешь, вот у меня несколько раз было, когда я был уже уверен, что она пустая. Я думаю, так можно делать, когда ты развел хотя бы раз 20, и уже понимаешь, что на самом деле пустая. Я сколько раз сталкивался, все, ничего нет. Но потом еще 4 штуки. Но лучше все-таки лучше подождать. Лишний час. Подождать с ними, ничего не будет. Да, ничего с ними не будет, не можешь не беспокоиться. Гораздо хуже, если он останется один. Правильно. То есть, когда вы уже увидели, все, готово, осторожно девочку утаскиваете.
чтобы не повредить мальков, желательно там использовать хотя бы перчатку или что-нибудь, потому что девочки готовы вас убить в этот момент. Вот. И забираю мальцов, всех осторожно вытаскиваю. Вначале смотрю, что там, как там. Потом обмываю их теплой водой. А его коньяком обмываю. Коньяком тоже обмываю, если классный выводок. Ну, коньяк сюда, а Лидников вода. Вот как-то так. И осторожно открываю часть пуповины, большую часть, которая не нужна, оставляю маленький кусочек. Если у них все хорошо, там все, ничего не висит, никакие, не жировик, а как бы остаток яйца еще может висеть на пуповине, чтобы до конца его впитать. Вот, могу оставить с ним, сразу сажаю на очень влажные салфетки, то есть очень мокро, и в тепло. Вот, оставляю всех вместе пока. До первой линьки у меня они все живут вместе. В одном боксе. Раза 2-3 в день надо менять салфетки. Опять очень влажно, теплой водой меняешь. До первой линьки. После первой линьки рассаживаю по отдельности и сексирую, или как-то. И смотрю, пол сексую, да. Так, после первой линьки. Как вы подготавливаете самцов к сезону? Ребят, ну тут, блин, сложно сказать, как бы вот прям такое стандартное решение для всех не бывает. Зависит от того, какой регион, какая у вас погода и так далее. То, что в Германии, например, работает, может быть, и будет работать здесь в Липецке, но может быть, не будет работать в Новосибирске. То есть зависит от того, какие условия климатические находятся. Ну, в принципе, есть два варианта. Можно охладить немножко их, что больше всего практикуется, а можно и нет. То есть как бы довериться натуральному ходу событий. То есть если на улице становится холодней, то естественно и в комнатах немножечко холодней. То есть там на пару градусов буквально получается амбиентная температура падает на 2-3 градуса, этого хватает в принципе. Но можно и специально в течение 2-3-4 недель потихонечку опускать температуру, особенно в ночь. И удлинять время ночи. То есть, если ночь у вас летом там 8 часов, то зимой для охлаждения делаешь ночь там 10-11 часов. И когда они немного охлаждаются, в принципе, тогда самое время их потом сажать девочкам. Уже много полетели вопросов. Сейчас посмотрим. Ну, вопрос, кажется, от Гили, он уже ушел. Собираемся ли мы как-то актировать разведение в России? Актировать в каком плане? В, так скажем, официально. Давай дальше. Потом не совсем понимаю. Начнем. Блин, не успевай. Начнем с вопросов. Для малограмотных. VPI, что значит в линии и насколько это удорожает? Не совсем понятный вопрос. VPI это сама, она уже одна конкретная другая линия. VPI ты плюс альбино. То есть, ребят, смотрите, есть много ты плюс альбиносов разных. Есть Никарагуа, есть Гондурас, есть Бо Вумен Карамель, то есть то, что называют БВЦ, есть Коста-Рика, и есть VPI. Это все разные линии, которые друг с другом не компатибельные. Единственные компатибельные линии на данный момент это, насколько я помню, секундочку, это Boa Woman Caramel, нет, Boa Woman Caramel с Шарпом компатибельно, поэтому я как бы, ну это я уже давно говорил, много лет, и буду говорить дальше. Шарп это не ты минус альбино, Шарп это ты плюс альбино в любом случае, потому что по логике генетики невозможно, чтобы ты минус альбино был компатибельным с ты плюсом, ну это вообще просто нереально. Поэтому тем, что это компатибельно, просто Шарп очень светлый, его приписали к Т-минусу, а в тот же момент Шарп не компатибелен, например, с Калем, или Кахлом, как у вас называют, хотя это единственный известный Т-минус альбинос. То есть, и второй как бы не компатибельный с ним, это странно, зато компатибельный с другими Т-плюсами. Это любой заводчик, который дольше уже работает в этой теме, скажет вам то же самое, в принципе, что, наверное, Шарп и есть тоже линия Т-плюс. Вот. А VPI это просто название фирмы Verious Preciosa International. Это Трейси Баркер, я звать ее мадам, и ее мужа Дэйв Баркер. Они первые, кто вывели эту линию. Она из колумбианских кровей.
большая часть Т-плюсов с центральноамериканских, а вот эта с колумбианских. Вот. И она у них впервые произошла, или выщипилась, или как это назвать у вас, как угодно. Или у нас теперь, я теперь уже у вас говорить не могу, ха-ха. Вот. У вас говорить не могу, да, у нас. И они ее назвали своим именем, это их фирменное имя, VPI. Вот. Просто это особенно одна отдельная линия, которая Т-плюс альбиносов, которая сама по себе так она есть. Она не компатибельна ни с чем другим. На данный момент, по крайней мере, доказано, что нет с Никарагуа, нет с Гондурасом, нет с БВЦ и так далее. То есть пока что еще ни с чем. Последнее время очень много всплывают новых линий Т-плюсов, в Америке особенно. Но тут не стоит так сильно сразу этому верить. Потому что люди очень часто неправильно разглашают генетику, когда продают. И там надо доказывать, что это за линии, то есть с чем они компатибельны. Если большая часть компатибельна с Никарагуа, то есть как бы у меня большие сомнения насчет новых линий. Сколько недель может длиться линька у самки после овуляции? Ну, после овуляции это длинная, самая длинная линька, она длится в основном на где-то недельку или две дольше, чем нормальная, чем простая. То есть где-то 3 недели плюс. Можно ли саживать 4-килограммовую самку 3,5 года с самцом намного крупнее 7-8 килограмм? 7 килограмм 8 лет. Ну, не знаю, насколько это хорошо. Я бы, например, лично не саживал так. Если самка крупная, самец мелкий, вообще проблем нет. Наоборот, ну не знаю, хорошо, другой вопрос, с какой крови эта самка? То есть она центральноамериканская или она тоже колумбианская, просто маленькая? Потому что это тоже огромную роль играет в моем понятии. То есть я бы никогда не посадил бы, к примеру, маленького блада, самку, да, на большого колумбианского там джангл мотли, самца. Вот никогда бы не взял бы вместе. Наоборот, да. Потому что слишком большой самец, ну, представляете себе, маленькая самочка, а он туда запихивает генетику огромных монстров. Ну, как-то может все пойти не так. Я думаю, здесь больше вопрос идет о том, мы спарим двух нормалов, двух гипо, неважно, самка 4 килограмма, самец 7 килограмм. Скажу так, если самка готова к спарингу, то есть тут же не только вес, а еще и возраст, 3,5 года, в принципе, нормальный возраст, если она готова, то она забеременеет. То есть вы тут уже ничего не сделаете. Если природа ей говорит уже нормально, все хорошо, то она забеременеет. Но как бы рисковать, ну не знаю. Я лично, наверное, подождал бы, наверное, еще один годик, тогда без проблем. Как понять, что самка готова к разведению? Ориентироваться по весу и возрасту? Все вместе. Вес, возраст и ее внешний вид. То есть готовая самка, она прям выглядит взросло. Она не выглядит как какой-то тинейджер или бейбик, она выглядит взрослым, да? Взрослое животное. Даже если она немножко меньше или там не такая тяжелая, это роли не играет. Она если готова, она готова. Добрый вечер. Очень интересно, как выбирали город, куда переехать? Вообще прям... Очень тщательно подошли к выбору. Да, и выбрал самый красивый город в России, как сказал Игорь, который, когда мы ставили, почему дом ставили на учет, да? Задали мне тот же вопрос, Игорь сказал, только холодная прям морда, говорит, самый красивый город в России. С которого я сам уехал, да? Да. Не, ну, ребят, конечно, выбор был, потому что друзья с Игорем, вот, и как бы так получилось, что было удобнее. Я люблю больше периферию, скажем так, мне слишком большие города не нравятся. В Москву, например, я не выдержал бы там, наверное, и годика. Слишком большой город. Красиво, но на выходные, но не жить. Для меня слишком большой, я не привык, мне лучше поменьше города. Тимофей спрашивает, интересные новости про твое обустройство дом. Где сидят сейчас твои змеи, взрослые, какие размеры контейнеров, есть ли возможность импорта? Есть у тебя? Powerbank есть? Powerbank есть? Есть. Дай Powerbank возьми там, но у него не iPad, другой кабель. Есть. Ребята, сейчас надо кабель подсоединить, а то тут Игорь чуть-чуть не знал. Там есть заряд для iPhone? А, Powerbank. Я покупал сюда Powerbank, не надо. Есть Powerbank, блин? Ну, да. Ну, Тимофей. Вот сейчас как раз заканчиваю обустраивать комнаты, вернее, отдельное здание. Я думаю, как сейчас, блин, ну это конкретный гемор. Мы тут с сыном
прям паримся все это заново подсоединять, там такой тетрис прям вообще. Контейнера, естественно, всех размеров, то есть от самых маленьких мальков до больших животных, до 1,20 м, 80 метр 20 шириной, 80 глубиной, где-то 30 высотой, 40. Это самые большие контейнера, которые у меня есть. Это огромная ванна такая получается. То есть в разных, естественно, в зависимости от их размера. Вот, что там еще было? Качественные, насчет качественных стоек, да. Я буду этим заниматься, Тимофей, как я обещал. Самим надо, да. Да, надо будет завозить сюда в любом случае, если хорошее. И если буду делать заказ, я, нет, не если, а когда буду делать заказ на стойки, мы наверняка опубликуем это на страничке, чтобы люди могли присоединиться и там сэкономить на транспорте, на транспортировке и так далее. То есть сделаем. Гели, уточним, да, какие-то официальные акты разведения. Да, как уже говорили, все животные заехали. Вот это. Все животные заехали официально. Ребята, все. Такого еще здесь никогда, наверное, не было. Вот, смотрите, это вы уже видели, официальная СИТЭС-бумажка. Сотни удавов завезены легально, все живут легально. 563 легально завезенных удава в Россию. То есть все бумаги соблюдены, все Россельхознадзор, все весь этот гемор я взял на себя, естественно. Это стоило прям обалденных денег. Скажу вам честно, я не ожидал, но это было очень дорого, очень, и очень геморно, в принципе. Мне кажется, тут можно даже отдельный эфир делать, потому насколько геморно это было. Но это теперь сделано, и животные полностью легально завезены, то есть будут занесены в эту как вашу программу, как это называется? Реестр, ну да, ну короче, все официально завезено, то есть естественно официально... будут продаваться официально, то есть без проблем вообще. Перед сезоном как перестаете кормить самцов? Перед сезоном наоборот, даже надо пару раз покормить их, чтобы они силы немножко имели, потому что они потом могут просто отказаться кушать, потому что мальчики готовы уже заниматься любовью, то есть им уже потом дело не до еды. Поэтому перед сезоном лучше немножко пару раз покормить, вот, пару раз чаще, а потом они сами уже начнут отказываться без проблем. Когда им надо. Некоторые не отказываются, тогда просто иногда отнимаешь от самки их и пытаешься покормить чем-то не очень большим, чтобы легко было переварить. И все, и дальше обратно к самке. Сейчас следующий вопрос посмотрим. Как охладить, если фоновое высокое при подготовке перед спарингом? Ну, Вера, тут вообще вариант только один. Лед. Кондиционер. Лед. Рефрижератор. Нет, кондиционер, только им можно немножко. Только осторожно, чтобы не дул слишком сильно. Просто охладить комнату. И ждать натуральных похолоданий. То есть, когда на улице холоднее, у вас все равно должно быть немножко холоднее. Вы понимаете, что не надо их охлаждать там на 15 градусов? Я лучше бы не кондиционером, но где же батареи, которые можно скрутить, я не знаю. Ну, может быть, да. Я бы просто убрал бы немного температуру, обогрев. То есть, мальчикам хватает, если ночью у них будет 23-24 градуса. Это нормально, это уже охлаждение. То есть, им не надо там каких-то 15 градусов. То есть, не надо париться насчет, ой, слишком тепло. Это... Нормально, не надо их холодить, не надо их морозить. Меньше 22 градусов у меня вообще еще никогда не было. Есть ли у вас БЦЦ? Если да, то кого можно приобрести? Есть, но на данный момент приобрести невозможно. Ну, скажем так, в принципе, переезд прошел все хорошо, все классно, но была небольшая такая не очень хорошая штучка. Было очень много боксов, естественно, там 30 боксов, и они летели самолетом в специальном отделении, и там как-то не так поставили одним углом. То есть два бокса конкретно не получали, или наоборот, переборщили теплом им, и два бокса взрослых животных, то есть 10 взрослых самцов, скончались прямо при переезде. То есть, ну тут действительно прям там видно было, что там перебор. Ну, естественно, никто не крайний, естественно, крайний я оказываюсь в этот момент, да. То есть
сейчас, чтобы получить мне БЦЦ, надо немножко подождать, пока чуть-чуть подрастут холдбеки, чтобы заново спаривать. Потому что на данный ближайший год-два точно не будет. Имеется в виду чистый БЦЦ? Чистый БЦЦ в ближайший год-два не будет. Нет. К сожалению. Гарри, расскажите про ваш подход к самкам. Это как? Которые еще... К женщинам. К самкам, которые еще ни разу не спаривались. Когда их заканчиваете саживать, если овуляцию не видят. Да, то есть первое разведение... Если первое разведение, ты не знаешь, когда она овулирует, еще непонятен ее цикл, то я начинаю где-то, наверное, в ноябре, где-то так. Уже первый раз пытаюсь посадить мальчика в середине ноября, может, в конце ноября. И смотрю на реакцию. Если реакции там в ближайшие никакие нету, то пока отсаживаю, опять кормлю, опять подсаживаю самца, пока не будет реакция. Если вижу спаривание, не вижу овуляцию, блин, ну, ребят, у меня набитый глаз. Я довольно-таки хорошо вижу, когда она беременеет, даже если я не видел овуляцию. Но это, естественно, трудно объяснить. Не, невозможно объяснить, это просто дело опыта. Оставляете самца до тех пор, пока не произойдет овуляционная линька. И он сам отойдет в сторону и больше ее трогать не будет. Пройдемся немного по морфу. Временами на Фейсбуке мелькает морф Platinum T+. Не знаю, не слышу. Platinum T+, от Da Vinci Boa. Да. Ну, ребят, это вот один из тех вариантов, которые я до этого сказал. Он как-то компатибельный с Никарагуа, но имеет немножко темнее фон. Либо Ричард, ну Ричард известен, что он очень круто фотографии делает. То есть, ну клевый парень, но блин, ну подкручивают американцы, ну крутят они фотографии, крутят. Там фотошопы, мотошопы, все что хочешь. Так как компатибельность с Платинум, с Никарагуа существует, это считается на данный момент как больше как отдельная линия от Никарагуа Т+, а просто селективная линия от Ричарда Дель Боно, от Да Винчи Бо. Вот как-то так. Она немножко темнее, но все равно компатибельная с Никарагуа. Также, например, у меня мои Никарагуа, тоже у меня есть разные, например, Т+, Никарагуа. И у меня есть самочка, на которой в этом году тоже родила. Я сейчас рассажу морковь, я вам покажу, поймете, о чем я говорю. Они розовые. То есть там вообще наоборот, настолько осветление идет, пастельное такое, которого никаких Никарагуа ты не увидишь больше. Но это просто селективная штука. И также с Platinum T+, у Ричарда то же самое. Фактически селективно Никарагуа. Какая фоновая температура в холодном углу должна быть у беременной самки? Когда самка уже беременна, температуру надо подымать. То есть в теплом у нее может и до 35-36 доходить без проблем вообще. А в самом холодном я бы не делал меньше 27-28. Ни в коем случае. Как бы, ну я это не делаю. Даже если там 29, тоже нормально. Но вы, ребят, понимаете, не парьтесь слишком от каждого градуса. То есть там градус туда, градус сюда, это большой роль не играет. Ничего страшного. То есть потом с Т плюс и Т минус просто не воспроизводится или вовсе не жизнеспособны, как супермодка, наверное? Нет. Ну нет, не так. Просто они настолько это разные. Я думаю, что невозможно будет различить Т плюс, Т минус в одном животном. До сих пор пока не было возможно. И люди потом гадают, что это. Либо темный Т плюс, либо темный Т минус, либо светлый Т плюс. То есть очень сложно, потому что это вообще разные вещи. Я даже сомневаюсь, что это было воспроизведено действительно на данный момент. Что я лично доказывал уже теперь не раз. Немножко другой вопрос. Имеется в виду, вот, например, Т-минус мы берем каль, да, и Т-плюс мы берем там Т-плюс Никарагу. Ну, вот да. Мы их спариваем. Ну, получается, дабл бета теоретически. Все родится, как обычно. Просто все родится. Будут на палы иметь стопроцентные... Я думаю, имеется в виду назад уже спаривание, когда идет. Не знаю. Если в одну сторону, то, естественно, генетика работает всегда одинаково. Фактически, за исключением пару моментов, но здесь рецессивно, они будут теоретически double get. То есть get T- кахл, да, и get T+, Никарагуа. Ну, потом, если этих двух спарить, вы получите и калий, и T+. И теоретически каль T+, но которых вы, я думаю, не увидите, то есть различить не сможете. То есть это спаривание как бы вообще ну, неэффективное. Я бы не шел бы в эту сторону, это больше гемора, чем всего остального. Вы просто должны будете оставить кучу животных себе холдбеками, то есть оставить, вырастить и перепроверять. Иначе, как бы доказать, без доказательств, четких доказательств, это просто теория, не больше.
Кто-нибудь слышали про CV-Line Annery T1? CV-Line? Нет, но опять-таки, если название идет со словом Line, то значит это просто Annery 1, но типа своя линия. Может быть что-то тоже селективно, пару генераций и так далее. И так обозвали. Я вам хочу насчет Annery один прикол рассказать. В этом году у меня случилось. Я еще не опубликовывал, потому что просто руки не доходили с переездом. Вот, ну, неохота мне было сесть и написать об этом там официозно там, во всех форумах и так далее. Ну, блин, ну руки не дошли. Я хотел сделать... у меня хорошая знакомая в Германии, ну и одна из моих давнейших клиентов, она себе год или два назад сделала дабл геттов на Blizzard. То есть с Эквадор Эннери 2 и Альбино. Вот, на Blizzard. У нее получились только самочки. Ну, как маленький выводок был, и самцов не было. Ну, она немножко расстроилась. Я думаю, дай-ка я помогу. У меня тут лежит взрослая девочка, коралл Альбино, вообще не нужна была для спаривания. И лежал самец моего производства, шестилетний самец, Мотлей Эннери 2 Эквадор. Вот, я сам вырастил уже и родителей, и он у меня родился, я просто сидел без дела. Думаю, дай-ка я его брошу туда, ну, родятся даблгеты еще и с Мотли, и я и пару самцов подгоню. Ну, сказано, сделано. Когда рождаются бебики, я смотрю прямо на их рождение, фактически, и немножко так офигеваю, думаю, так, я не понял, что такое? Что-то странное, почему? Я не понял. Что-то там так много Эннери, или я дебил, или это... Когда она дорожала, ну да, это вопрос риторический. Когда она дорожала, я открыл все это и увидел очень много Эннери, и Мотли Эннери, и так далее. Но эти Эннери отличаются от Эннери 1 и отличаются от Эннери 2 немножко. Они между этим, как бы, но это трудно так вот сразу сказать, они просто выглядят не совсем как Эннери 1. Я просто показывал фотографии этих бебиков знакомым заводчикам в Америке, везде, и они спрашивают себя, а что это? Видим, что Эннери, только не понимаем какой. То есть на Эннери 1 не похоже, на Эннери 2 тоже не совсем, но больше Эннери 2, чем Эннери 1. Выяснилось так, что я потом поднял все бумаги и увидел, что коралиха, это коралл-самка, была пост-гет Эннери 1. То есть она была GET Эннери 1, и выяснилось, что Эннери 2 Эквадор компатибелен напрямую с Эннери 1. Прикольно. Вот. То есть их можно использовать в любом Эннери проекте с Эннери 1. То есть просто сделают, может быть, немножко меньше желтого фона. Так на них и видно, они очень, да, контрастненькие такие, красивые, помнишь? Ну, показать надо. Да. Я пытался сфоткать, пока как? У нас нету такого нового, профессионального, с хорошим светом, не видно. Фотографии получаются вообще другие, невозможно показать. Да, очень вот трудно. Очень часто при продаже вот люди, сколько раз я уже вот фотографирую и говорю, что вот поверьте мне, придет лучше. Всегда было так, вот всегда мне подтверждали, что да, на самом деле, вот на фотографии хуже. Много раз разных генетик было. Реально, очень тяжело передать на фотографии реальный окрас. Хотя вроде бы и айфоны все новые, и фотоаппаратом я пробовал. Но с аппаратом не ходит, он с флешки перекидывает. Да, это гемор. Да. Ну, действительно, ребят, ну, просто очень трудно передать, но сейчас я когда их всех расскажу отдельно, мы сделаем пару фотографий, увидите. Но есть, то есть есть и Эннери, Эннери Мотли, и Дабл Гетты в этом плане на Blizzard. То есть даже или на нормального Сноу получается в этот момент, потому что роли не играет. Можно использовать во все направления. Есть ли в наличии фаеры? Нет, у меня нету фаеров вообще. Это для меня суперфайер — это окончательная морфа. То есть все. Ее лучше не сделаешь. А что туда добавить? Вот он уже белый. Крутой удав, да. Да. Ты, и что бы ты ни добавлял, ты это не увидишь, потому что он поглощает, да, все. То есть поэтому это законченная морфа. То есть, если туда добавить красный и он проявится, ну блин, сразу бери дракона, зачем париться? То есть нету смысла, как бы. Фаер очень, супер фаер сам по себе, очень красивый, один из самых красивых морфов. Лицист для меня это, то есть, это эталон красоты в белом. Все. Я бы не парился и не страдал бы. Ну, да, это не Сноу там, не Мунгло. Да, да, он белый, с черными глазами. Но рождается крутой Мунгло, только потом.
Да, так оно есть. Но самый красивый, кто рождается из Сноу, это Мотли. Сноу Мотли. Самый красивый. Да. А, так Суперфай самый красивый тоже да, получается. Даже Альбина Мотли где-то тоже красивый, они да. уже белые, только потом. А, вот, а Fire, вот сейчас там все хайповают эту комбинацию, Fire с тем, Fire с этим. Ну, я вижу, что она немножко отличается. Ну, как бы не так, чтобы меня прям вау. Я считаю, они хуже становятся. Ну, а люди хайповают. Американцы это хайповают конкретно. Все на это прыгают, на этот паровоз. Ну, это дело вкуса, я бы сказал. Я не осуждаю, можно делать, прикольно, почему нет. Следующий вопрос. Но я не хочу. Можете подробнее рассказать о генетике Black Panther? Да, что тут рассказывать. Я сделал эту генетику в 2013 году случайным способом, так же, как и вот сейчас вот с этими Эннери. Я захотел сделать дабл гетов Леопард Блэк Боа. Но вот когда родились все черные, я немножко так присел и думаю, прикольно. Так и родились Блэк Пантеры. То есть они напрямую компатибильны, Леопард и Блэк Боа. Но... ребят, не забывайте, это, конечно, когда на фотографии просто смотришь, кажется, что одинаково, кажется, что там леопард. Люди все называют, все, что черное в этом плане, леопардом. Но на самом деле это не так. То есть леопарды имеют огромнейшую, то есть там вот столько вот разновидностей, как оно может выглядеть. У Black Boa это намного меньше, и сама Black Boa намного больше леопарда, намного крупнее леопарда. Она из Коста-Рики, леопард из Соноры, между ними 5000 километров. То есть там проползти просто так случайно испариться невозможно. Там и горы между ними, все что хочешь. То есть это совершенно разные гены, которые работают по одному принципу. Ну, в принципе, как вот ты плюс альбину Никарагуа, ты плюс альбину Гондурас. Оба ты плюс альбину, но они разные. То же самое здесь. То есть леопард и Black Boa это как бы ген одного типа, но все равно с другой локальности, все равно он другой получается. И бебики, которые при этом рождаются, другие. Объясню почему. Мы перепроверяли уже пару раз и пока что всегда приходили к одинаковому... к одинаковому выводу и итогу, что вот брать комбинацию, вот любую комбинацию, вот я вам дам прямой пример, я в прошлом году делал, взял двух самок сестер, они были генетикой 100% Гет Леопард, 100% Гет Ты Плюс Никарагуа, обе самки сестры, на одну я посадил такого же мальчика, дабл Гет Леопард Ты Плюс Никарагуа, а на другую я посадил Гиппо Дабл Гет Леопард, Гиппо Дабл Гет Т Плюс Блэк Пантер, который уже выведен был из моих детенышей. Разница между бебиками, то есть вот если сравнивать окончательную форму, например, Т Плюс Леопарда и Т Плюс Пантеру, это как день и ночь. Я постараюсь тоже напомнить мне, если что, через пару неделек сделать фотографию или видео рядом их друг с другом. У меня где-то даже на Инстаграме должно быть. Это просто как сравнивать день и ночь. Но это невозможно. Это настолько разные животные. То есть это уже не первый раз, а в других комбинациях, когда спаривали пантер с шарпом и так далее, тоже было видно, что они очень сильно отличаются цветом, насыщенностью цвета. То есть пантера в любой той же комбинации, которую вы делаете с леопардом, просто делает бебиков красивее, насыщеннее цветом, цветнее, более яркими и так далее. То есть вы же можете использовать пантеру в любую комбинацию, которая у вас с леопардом сидит. То есть там прямой результат. Там ждать не надо еще 4 года. Просто делает лучше. Просто любые все бибики выглядят лучше. Вот и все. Ген, в принципе, то есть это когда они смешались, леопард с Black Boa, этот ген полностью смешался. Он опять не расходится, как, например, в парадигму, где Boa Woman Caramel и Sharp, там они опять могут расщепиться друг от друга. А здесь он остается просто вместе. Если ты один раз смешиваешь такую кровь, она остается вместе. То есть любые бебики, которые потом происходят из этих спариваний, они уже будут Get Black Panther или уже Black Panther, их надо называть. Если вы дальше спариваете еще 3 генерации с леопардом, например, опять, все равно будут пантеры, но просто с больше влиянием леопарда. Если больше в Black Boa пойдете, то тогда больше влияние Black Boa с Коста-Рики получается. Ну, в принципе, можно работать в обе стороны, и туда, и просто красивее. На следующий вопрос я сам отвечу. Скажите, пожалуйста, сохранится ли эфир? Да, сохранится. Следующий вопрос. Кстати, как дракон 19-го года разведения не процветает? А, 19-го? Трехлетний дракон.
Где у меня этот орлиный дракон? Я не знаю, теоретически. А, вообще теоретически? Ну, теоретически немножечко выцветает в любом случае. Немножечко. Сейчас, когда я сделаю эту комбинацию с РЛТ, я думаю, это более устабилизует цвет. Он оставляет, потому что сам РЛТ, он тоже еще такое темное добавляет свое. То есть в этом случае вот оранжево-красное добавляет на дольше. То есть это останется. А сами по себе драконы, просто на Бериблади еще таких взрослых нету, как на Рон Сан-Пьере, поэтому пока трудно сказать. И все тоже зависит, действительно, ребят, от исходного материала. То есть, какие были родители, насколько крутой Альбино, насколько крутой Бериблад. Даже Бериблады бывают разные. То есть, тут ждать надо. Но в любом случае, на данный момент, если сравнивать с большей частью существующих драконов в этом мире на Рон Сан-Пьере, пока Бериблады в любом возрасте выигрывают в разы. Естественно, давайте будем честными. То есть есть исключения, экземпляры охренительные просто, даже на Рон Сан-Пьере сделанные, но это единицы. Это там вот когда показывают одну и ту же фотографию одного крутого животного Том Бёрка. Это одно животное. Я Том Бёрка лично хорошо знал, ребят. Это одно животное. Это одно животное из всех, которое выглядело настолько круто. То есть тут надо быть честным. Это исключение всегда бывает. А если мы возьмем 100 драконов, таких, сделанных таким путем, то вот одно классное, а остальные так себе. Немножко больше альбино, чем Блад. То есть они больше выцветают, они выходят, особенно хвосты становятся альбиносными в основном у Рон Сан-Пьера. Будем надеяться, что на Бери Блад останутся более драконистые. Сколько за сезон один самец может осилить самку? Если самец опытный и сильный, то есть не молодой мальчик, а такой же. Нет, знаешь, вот сейчас у меня там есть 2 самки, 3 самки. Хватит ли мне 1 самца? Но тут ответить нереально, потому что, смотря когда овулируют самки. Если у вас там самка одна овулирует в ноябре, другая в феврале, третья в апреле, вполне может быть. Вполне может, да. Если его будете кормить, между прочим. Если он еще будет есть, да. В промежутке. А если у вас самки овулируют там 2 в ноябре, 1 в декабре, нереально. Одну, все. Да. Поэтому у удавов это в основном не практикуется, как у питонов. Там быстренько на пару не посадил, и все. То есть один самец на 20 девочек. Такого у удавов не будет никогда. Я знаю случаи, когда 3 был максимум, но потом там третий. Ты так можешь делать, когда у тебя есть, понимаешь, 100 удавов. Да. И ты знаешь, когда у кого овуляция, и ты уже прогнозируешь, куда ты его посадишь. А если у вас есть самки и 1 самец, это мало. То есть он не осилит. Все звезды должны сойтись, чтобы он хотя бы с 2. Причем, чем дальше, то есть второе и третье разведение, наверняка будут послабже выводкам. То есть больше этих жировиков, меньше бебиков и так далее, потому что он все силы отдает сразу, и там уже просто остатки потом идут. То есть, 2 самки хороший самец может осилить, если... Тимофея в прошлом сезоне, кажется, да? Ну, если разная овуляция, да, тогда и это не проблема. Сасангла Мотли он сажал, да. И на VPI он сажал. Ну, да, 1 самец, 2 самки. 2 самок это практикуется, но надо понимать, что самец должен быть сильным, потому что у меня уже были случаи, когда самец затрахивался, извините за выражение, насмерть. То есть забывал пить и просто потом падал мертвый, и все. То есть будьте осторожны перед. Да, можно рассчитывать на 2, если у вас 1 самка овулирует там в конце осени, то тогда в принципе да. Да. Как определить принадлежность к локализации? Тем, что вы знаете, где вы купили, и вас не обманывает заводчик. То точно может показать, или как это имеется в виду, локализация? Верно. Фотку. Удава, кто это по локализации? Ну, по локалите 99,9% это просто Колумбия. Да, это миксы или Колумбия, в любом случае. Особенно когда миксы, ну, ответить невозможно. Конечно, чистого суринамца, ну, его видно. Но вы знаете его, что чисто суринамец. Чистый бразильянец, да, и так далее. Таких вопросов не бывает, потому что эти животные стоят денег. То есть, да. Если он стоил там 40 тысяч, то вы знаете, что вы покупаете. Если вы купили что-то там вот, от кого-то за 15 тысяч, что-то это там, и надо узнать, что это по локалитету, ничего. В любом случае, без
доказательства заводчика, или точно там, вот вы знаете, вот он фотография, он в спарривании, и у него точно это чисто локалитет, и эти оттуда. Без этого доказательства это все считаются как смешанные удары. Просто доказательства сказать, что это локалитет. Никогда. Ни в Европе, ни в Америке, ну и здесь тоже нельзя. Сколько лет твоим скориям? У меня одна скория, ей сейчас где-то 2.5 года, наверное, я думаю. 2.5 года. Как переучить удава с мышей на крыс? Не хочет есть никак. Серьезно? Mm-hmm. Какой удав? Маленький, большой? Если, ну, в принципе, удава действует одна хорошая штучка. Просто оставляешь его поголодать подольше и опять предлагаешь крысу. Не хочет — еще раз поголодать 2 недельки. Не хочет — еще раз 2 недельки. То есть удав не проблема пару месяцев без еды. Но когда он проголодается, он будет есть и крысу. Если это не получается, возьмите крысу, блин, обтерите ее мышкой, той же самой мертвой мышкой. Просто натрите морду и везде, где угодно, прям всю. Или просто привяжите к этой крыске, на крайний случай, к морде. Только не проволока. Ну да, не проволока, а как-нибудь... Степлером тоже нельзя. Есть же такие... Нитки, которые для переваривания предназначены. Можно привязать. Нитками, неужели? Ну и обычными тоже можно. Блин, удавы переваривают все, что хочешь. Да, да. И степлер тоже. Сам степлер? Такой, да, сам степлер. Я помню, да, иногда. Неплохо. Офис магии. Да. Я немного добавлю про Black Panther. Многие леопарды становятся с волосами светлее, как рыжим оттенком. Да, конечно, есть леопарды, которые выглядят не хуже пантеры. Да, есть черный леопард и черная пантера. Ну, как, смысл переплачивать. Но этот леопард один из 20, да, такой черный. Меньше. Хорошо, 50, 100, да. Неважно, да. А пантеры все такие. Ну, стоп, опять-таки, у пантер наоборот. Там из 10 8 таких, например. Просто это чуть разные, но они более темные, более, намного, намного темнее. И они с возрастом тоже темнеют еще. Леопард наоборот может просветлеть, а пантеры темнеют. В основном темнее. Сколько мне пока известно с 13 года? Можно ли из одной кладки спаривать братьев и сестер? Конечно, можно. Вообще без проблем. Это будут вам там всякие специалисты говорить: о, это же инцест, там то все, нельзя. Мне инцест просто смешно. Семейное, да? Да, мне просто смешно. Потому что вы не можете никогда сделать линию или выявить самые лучшие качества этих удавов, как бы в фенотипе их перенести на постоянку, не спаривая братьев и сестер. Это невозможно. Тогда новой генетики ты вообще никак не выведешь. Правильно. То есть любая линия или что-то лучше, улучшенное, было выведено именно таким путем. Скажу вам так, что где-то 8 генераций подряд инцеста у удавов вообще не имеют никаких влияний. То есть, ну, ребят, ну, по логике, если нет ничего плохого в этой генетике, да, нормально, вот, например, никаких там негативов, то откуда они должны взяться даже при инцесте? Ну, ничего не будет, то же самое. То есть, просто красивее будут бебики, если возьмете самых лучших двух из выводка и спарите их вместе. Просто еще красивее бебики будут. Добавлю, мы за инцест только внутри удава. Да. А то сейчас... Да, это у удавов это работает, у питонов это, то есть у всех змей это работает без проблем. Есть самец 4 грамма, наверное, 4 килограмма, и он ни в какую не проявляет интереса к самкам. Какие причины могут быть? Ну, бывает, вы знаете, бывает так же, как и у людей, ну, он просто не хочет. Или неправильная самка. Или, такое или тоже бывает. Самка, да? Или он сам самка. И неправильно вам продали. То есть много факторов, но такое тоже бывает, что самец не спаривается. Иногда, когда поменяешь 10 самок... Самец 4 года, не 4 килограмма, 4 года. Без разницы, 4 года, без разницы. То есть иногда просто неправильные самки, которые как бы у него не вызывают симпатию. Что первое, я бы проверил, точно ли он самец, если честно. Да, это первое, что надо проверять. Да. Кстати, скажу вам еще раз про инцест, коротко вернусь. Ребят, вот смотрите. Хок Айлендов же все знают, да? А вы когда-нибудь смотрели, насколько маленькие эти острова? И сколько уже десятков тысяч лет там Хок Айленды спариваются друг с другом, и все здоровые, все классные, никаких проблем. Ну, просто так. Подумайте над этим, вообще проблем нету. Там ничего другого не может прийти туда, на эти острова. Там одни и те же животные. Одни и те же животные уже, не знаю, 500 генераций. То есть вопросов нет.
Да, мне кажется, да, у всех рептилий, там даже эти хамелеоны, все они с дерева с одного не вылазят. Да. Они живут всю жизнь на одном кусте. Это делают ребята, то есть часто это делают заводчики тоже, которые из, особенно там подчеркивают, из разных то есть спарили. То есть не, никак они не. Это американцы любят писать, что они не, not related. То есть не родственные отношения у них. Ну это просто маркетинговый ход и все. И они хотят, чтобы вы не могли развести очень крутого особя в этой генетике. Потому что если каждый раз будете брать с разных выводков, у вас будет получаться просто стандарт. Вот и все. А они сами это делают. Вот скажите, есть ли в продаже пантеры? Есть. Там есть и гиппопантеры, а просто пантеры есть? Тоже должно быть просто. Гиппопантеры есть очень красивые. С даблгетами есть, с гетами есть. Пантеры, да, много. Пантеры есть. Сейчас, я так понимаю, у тебя больше упадет на уклон на пантеры, чем на леопард. Это да. Не, ну я... Стоп, ребят. Ну, чтобы вы понимали другую. Я леопард ген очень обожаю. Это все классно. У меня очень много леопардовых генов в даблгетах и так далее. И в полных морфах у меня визуальные VPI леопарды и так далее, и так далее. Но также у меня много пантер. Я всегда говорю четко, что это. То есть я четко всегда обозначаю, пантера ли это или леопард чистый. Вот. Поэтому есть на любой вкус и цвет. Но если я хочу сделать что-то более яркое и прикольное, которое в возрасте будет, не будет так тусклеть, то я возьму пантеру, а не леопарда. Да. Вопрос, как определить РЛТ на Мотли? Да легко, да, это видно. Это видно. Совсем другой окрас. Опять-таки сейчас трудно, надо показывать фотографии, но это видно. Седла более суженные, то есть как мотли, только еще ровнее, еще более четкие эти квадраты. Я думаю, имеет в виду, у него же есть, кажется, РЛТ мотли. Но это видно. Кажется, где-то он покупал, если не помню, Рафаэль. Если это точно РЛТ мотли, то это видно сразу. Можешь скинуть фотографию сейчас? Посмотрим. Сейчас. Если он скинет, да, мы посмотрим, да. Скинь фотографию. Там, кажется, да, РЛТ Мотли, Дабл Гет, Дракон. Точно самец зондом проверяли. Ну, Эдик тогда действительно просто может у него, либо он, ну, как бывает, такое тоже бывает, просто импотент, просто ничего не будет делать, либо просто пытаться ему других девочек показать, либо у него вообще цикл другой. То есть в то время, когда ты пытаешься его спарить, может ему еще вообще неохота. У него может быть совсем перестроен цикл времени. То есть он может быть только, например, февраль, март, апрель начнет спаривать. Нужно проверять. Пол мелких змей проверяете методом выдавливания или металлическим специализированным? Ни за что. Я зондирование... Так, ни разу в своей карьере и жизни я не зондировал животных. Ни разу в своей жизни я не выталкивал это как путем, как у питонов делают и как у... делают. Это может повредить животное в любом случае. Удавов сексировать очень легко. Это прям просто, я провожу пальчиком от клака вниз к хвосту, к кончику хвоста, и я за 2 секунды вам называю пол удава, причем безошибочно и всегда. Там на самом деле, да, если вы будете проводить от клака до хвоста, если это самец, вы почувствуете. Там как будто такие два шарика перекатываются. Да. Если вы почувствуете только один шарик, это тоже не страшно, если почувствуете шарик. То есть смотрите, если вы заметили, что это самец, он самкой больше никогда не станет. Если это самка вначале, то есть ничего не чувствуете, то стоит еще пару раз перепроверить, потому что они могут зажимать мышцы так сильно, что это не чувствуется. То есть из самки может еще получиться самец, но из самца самку уже не сделаешь. Да. Тот, что хотел прочитать, удалили комментарий, Рафаэль написал, у него не мотли, это РЛТ. Он хочет свести ее с Мотли и никак не поймет, как определить. Увидишь. Рафаэль, увидишь точно, особенно когда выводок будет, когда бебики родятся, ты увидишь точно, что это не РЛТ и не Мотли, что это и то, и другое. Это нет, видно. Там будут и Мотли, будут и РЛТ. Да, но это видно будет ты сразу. Ты увидишь, где Мотли, где Мотли и РЛТ. Да. 100%. Дальше. Как понять, что бебик Pink Panther? Ну, ребят, Pink Panther используется часто недобросовестными заводчиками, как просто дополнительное название, чтобы просто как бы показать качество животного. Pink Panther это в принципе пастель, но такой своеобразный, он свой, он VPI-овский. То есть каждая Pink Panther это VPI, но не каждый VPI Pink Panther. Понимаете? Это также можете сравнить с липстик. Вот. Каждый липстик это альбино кахо. Зеркалино. Нет, я знаю это.
каждый липстик это альбина кахал. Но не каждый кахал альбином будет липстиком. То есть здесь тоже самое. Pink Panther на них видно, они розовые, они Pink. У них совсем у них другой окрас, то есть они более яркие и так далее. А это используют просто на все. Если даже один из родителей Pink Panther, то они на весь выводок уже Pink Panther пишут и в дальнейшем уже просто пинг-паттер, потому что, ну, легче продавать, наверное, или более того. Но нет, это не так, это тоже действует, в принципе, то же самое, как с липстиком, одинаково. Да, вот сейчас все это пишут, вот есть выводок, да, даже берем Т-плюсов, но будут одни Т-плюсы, будут другие, да. Будут ярче, но это тоже Т-плюсов, да, он лучше, да, он красивее, ну, мне кажется, в любом гене так, вот РЛТ, да. Даже до Мотли, у меня в этом выпуске был Мотли, блин, был бы очень похож на Мотли РЛТ, когда он только родился. Шикарный был Мотли, ну просто как будто его нарисовали. То же самое везде. Ну, здесь это как бы часто считается как линия, как улучшение этой линии. То есть то же самое, что и липстик. Отмотаю в конец. Удавы бывают спаривания ради удовольствия. Они еще спросили, а у тебя бывают спаривания с удавами ради удовольствия? Нет, они спариваются только, чтобы сделать бебика. Откуда ты знаешь? Спрашивал? Я спрашивал. Я свои показывал Snake Porn, но их как-то... Нет. Нет. Думаешь, они не кайфуют, а чисто так ради работы? Думаю. Они не устроены на окладе. Там. Да, я им... Маленький оклад, но плачу. Есть ли леопарды в продаже на данный момент? Есть и леопарды, гиполеопарды, да. С разными гетрами, с LPI, с калем. Есть. Все. Хочу сводить мод. А, на это мы ответили. Меня просто ответили. Часто стало видеть, что альбиносы рождаются с проблемами с глазами. Лупоглазые и так далее. Это линейные проблемы. Вот о чем мы сейчас до этого говорили насчет инцеста, но это не из-за этого. Это просто... Проблема уже в этих животных, которые были спарены до этого, в родителях, в прадедах и так далее. Вы, ну посмотрите, альбино кахал, да, когда-то произошел от одного, то есть от одного животного начиналось. Это. А, уже каль, да? Уже каль, отлично. То есть произошло от одного животного. И все альбиносы, потомки этого одного животного. Какой-то когда-то, где-то, при каких-то спариваниях с другими морфами, была какая-то генетическая проблемка у какого-то из этих животных. Животные спарились дальше. Например, выводки были там 2-3-4 лупоглазых. Их, может быть, и не продавали, то есть как бы замораживали, но всех остальных продавали, которые нормально. Но у них это в генетической основе заложено. И при определенных обстоятельствах, если с двух сторон это есть, могут выйти такие бебики. Ну да, это не совсем чистая линия. Что ты предлагаешь? Если это люди разводят альбиносов, у них выводки 2 лупоглазых. Я предлагаю, если знаю, что мой альбино имеет такую предрасположенность, я бы в любом случае тогда бы не разводил бы чисто с альбино, а я бы смешал бы это с другими, вообще в другую сторону ушел бы генетика, ну, например, там, леопарда, чего угодно, чтобы освежить кровь, потому что, в принципе, природа работает в этом плане довольно-таки четко. Если есть какой-то дефект, вот в этих хромозомах это видно, да, там есть какой-то дефект, природа этот дефект замещает целым хромозомом. Если вот вы спаритесь с кем-то чистым, с другой стороны, да, вот у вас есть девочка, у нее вот эти проблемы где-то существуют. Берете чистого мальчика, вообще другой генетики, который еще никаких дефектов не делал, и спарите вместе, то по теории он должен, его часть вот именно вот этого кусочка дефектного хромозома должна замениться. То есть на будущее должно быть чище. То есть уже потом из этих выводков, которые уже сделали, использовать их дальше. Как-то так. Какую-то ссылку сауны надо скинуть. Ссылка сауны? Нормально. Перерыв. Мы в сауну. Обратно. Так. Как тебе? Как найти? Как вы считаете? Вот скажите, все-таки как вы считаете, в какой возраст все-таки лучше пускать в разведение? Потому что везде данные с разбегом в год, а то и два. Ребят, ну, будем честно говорить, что возможно и в 2,5 года, возможно. Но это не есть хорошо, это я всегда говорю и буду говорить. Это то же самое, если вы перегрузите это на людей. Ну, вот, может ли девочка родить 13 лет? Конечно, может. Это хорошо, но 100% нет.
То есть здесь то же самое. Это тинейджер 2,5 года. Она может родить, но ну, вы просто гробите самку. В дальнейшем она вам еще может один раз родит, ну может два. Ну и все, можете фактически забыть про нее. Если вы подождете еще хотя бы годик, 3,5 года, такой минимальный возраст, в котором стоит спариваться. У самцов все обстоит намного по-другому, там 1,5 года, 2 года уже нормально. Самка, я бы подождал 3,5. Опять-таки, есть исключения. Если это центральноамериканец, например, как Бериблат или Гондурас, то там 4+. Там 3,5 у вас просто ничего не получится. Они слишком мелкие еще и далеко не доросли до этого. У них все на год как минимум удлиняется. Если вы идете в чистых БЦЦ, там Суринамы, Бразилианы и так далее, то это 5 лет плюс. Как минимум. Вы не сможете в 3,5 года сделать хороший выводок суринамцев. Ну не получится. Это просто как бы опыт показывает, доказывает уже десятилетиями, что это не идет. 5 лет плюс. У меня первый раз, я вообще, я не знаю, сколько я парился, в 5 лет начинал, в 7 лет первый раз родила. То есть это как бы, может и в 6 уже повезти, может и в 5, но 5 плюс. А чисто вот колумбианцы любые, там миксбо, смешанные любые, там 3,5 плюс, это как минимум по возрасту. Опять-таки еще и телосложение, кондиция должна быть, как у взрослой самки. Не жирной, огромной, перекормленной, а просто взрослой. То есть у нее может быть и 4, и 5 килограмм, и 6, это тоже нормально. Не надо 9, 10, 12, далеко не надо. Почему мне не перестали здесь комментарии появляться? Я так прочитаю. Если спарить BCA с BC-императором. Если спарить самку BCA и BCA, будет красиво бить или нет? А меня не убьют человека. BCA, аморали ты имеешь в виду или какие? Аморали с БЦ, конечно, спаривать можно. Будут ли красивые? Мой опыт с чистыми бразильянцами показал, что очень красивые. С аморали я еще не пробовал, но возможно. Но единственное, будь готов к одной вещи, что тебя будут немного хейтеры. Потому что тут надо понимать, зачем ты это сделал. Если есть для этого как бы объяснение смысла или просто чтобы позырить, надо четко всегда обозначивать. Тебе обязательно надо будет четко всей генерации потом говорить, вот это 50% аморали кровь. Да? Или там еще меньше, там 25%. Там. Ну, как бы лучше это говорить, тогда будет меньше вопросов. Сделать можно, естественно, можно. Естественно. Сколько раз можно разводиться без последствий? Сколько раз подряд или вообще? Потому что вообще, ну, самка, в принципе, может почти до конца своей жизни разводиться, то есть есть и 20 смотря плюс. Сейчас она рожала. Да, именно в этом года вопрос. Года два, потом перерыв. Больше 2 лет подряд стараемся не спаривать. Все, кто ответственно к этому относится, 2 года подряд, если в хорошей форме. 3-й год обязательно перерыв. Если будет, можно, есть люди, которые дальше спарят, 3-й, 4-й, но это тот же самый процесс, опять самка просто убивается при этом. Тогда она не доживет и до 15. Ни в коем случае. То есть если делать перерывы, если делать, давать ей время отдохнуть, менять в это время отдыха кормежку, то есть не так сильно кормить, наоборот меньше, дать ей отдохнуть, тогда может и, ох, за 20 плюс. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, ребенку на смесь. Да, и будете ли вы развивать сопутствующие товары, например, привозить хит-панели, бридер-стойки, например, и так далее, планируете участвовать в рептилиуме? В рептилиуме, да. Однозначно будем участвовать. Планирую ли я доп. Товары? Ну, ребят, ну, на самом деле много вещей уже здесь есть. Того, чего не хватает, это довольно-таки дорого привозить сюда. Чтобы вы понимали, мне вот этот переезд даже за мои личные вещи, то есть пользованные трусы и носки, с меня драла таможня 4 евро за килограмм. То есть вот когда я сейчас перевозил все свои стойки и так далее, я заплатил еще, ну не буду говорить сколько тысяч евро за вес этого всего. То же самое будет со всеми товарами, как хит-панели и так далее. Они либо растамаживаются там 30% или сколько от стоимости, либо если это не... Но минимум 4 евро за килограмм. То есть если люди готовы такую цену, то я
смотрю это. Но тут, смотри, здесь дешево не получится. Нет, я думаю, нет, не будем. Мы ничего, не будем ничего привозить. Только стойки можно. Стойки можно. И стойки не будем их привозить. Если мы привезем, мы их привезем для себя. Давай честно. Мы придем для себя, но в планах делать это здесь, может быть. Отлить правильный бокс. Ну это я, в принципе, и хотел вообще привозить, но они там стоят евро. Понимаете, там евро, работа дороже, все дороже, все дороже. Себестоимость там дороже, чем была бы у нас. Привези, растаможь и так далее. И они вылезят в цену в ту, но они здесь никому не нужны. Ну ты не продашь. Одну стойку привезти кому-то под заказ, ну зачем это кому надо? Нужно как-то... Кто-то раньше у нас делал их. Я могу, естественно, если кто-то есть рукодельный, блин, я могу помочь. Надо делать. Как это сделать? Сделать их правильно. Более экономичные для России. Не то, что экономичные, более доступные. И продавать их здесь можно. Цели у нас такой нету, но может быть. Но привозить вряд ли кому-то это будет просто нужно. Часто меня раньше очень часто спрашивали про хит-панели. Это дорого. Но, к сожалению, она сколько? Больше 10 тысяч за одну панель. Я вот покупал сколько? 15 штук. Я с доставкой отдал 1200. Ну, ребят, тут все зависит от способности даже покупать. Даже ответ будем ли что-то привозить. Про панель у меня спрашивали, вот серьезно, человек 30. Попросили привезти 0. Наверное. Когда узнавали, сколько они стоят. Нет, они, к сожалению, трезвые, так что пока не прибухаю. А коньячок есть у нас, да, здесь? Но сейчас не будет. Ладно, на машине. Как по-вашему лучше подогрев снизу от термоковрика, термошнура, без света, или все-таки свет необходим по каким-то причинам? Игорь, свет нужен только нам или вам, то есть только людям, чтобы позырить, посмотреть и так далее. Самим удавам свет не нужен, тепло достаточно, но всегда, все равно, если есть террариумы красивые, естественно, днем, если он освещается, это красиво. Скажем так, свет им точно не помешает, но жизненно необходим? Нет. Обогрев тоже большой роль не играет, сверху, снизу. Но единственное, что когда девочка беременная, лучше, чтобы был и сверху, и снизу. Немножечко хотя бы. Тогда это прикольно. Опять-таки, я очень боюсь лично термошнура. Очень много известных вариантов, когда из-за них начинался пожар. Коротал, загорался, все сгорало. Это в 90% где-то всегда был термошнур, а не термоковрик, потому что коврик, они просто как бы ломаются и все. А термошнур, он может загореться, поэтому я их немножко побаиваюсь. А у тебя есть террариумы, которые в сервисе? Да, есть. Берешь не террариум больше? Террариума больше нет, раньше было. Сейчас больше всего снизу нормально, снизу тоже нормально. То есть и то, и другое нормально. Смотря где они живут, если да. Террариум, у меня сверху всегда было. Если это боксы, стойки какие-то, ну, конечно, это снизу. Или снизу, у меня есть боксы, где сзади обогрев идет. То есть получается и то, и другое. Ну, морковь у меня тоже сзади, потому что когда стойки там 150 контейнеров, там не так нормально. Помогите ребенку. У вас есть работник по уборке с удавами или все сами? Не поверите, все сами. Все это количество удавов чистим и делаем все сами. Я, может быть, как-нибудь запишу процесс, как мы это делаем. Это, естественно, набитая рука просто и друг с другом, мы с женой очень хорошо как бы содействуем друг другу при этом, потому что каждый знает, что надо делать. Ну, иногда сын помогает, он сидит, улыбается. Если в Липецке есть кто-то, кто готов, я за. Напишите в личку. Я это очень сильно не люблю. Да, Игорь вообще прям готов взять на работу прям сразу. Я за. Спрашивает очень, ну, какой-то сообразительный мальчик, гей ли мы и чистим ли мы анус друг друга. Это что за... Кирилл, ну у вас фамилия Бальзамшин, вам бы бальзамчику туда, желательно это, как называется, с звездочками. Звездочками? Да. Фаллос называется. Половозрелость у локалитетных императоров наступает так же, как у морфных, или позже? Как... Половозрелость у локалитетных позже, в любом случае. То есть в БЦЦ, сейчас имеется в виду, если, то позже, на 2 года плюс. Ром, привет. Где Ром? Ты его не знаешь. Он тебя не дождался. Не дождался? Нет.
Кто это? Удали из чата. Дебил. Да, неохота жаловаться. На дураков побежаться. Кому охота жаловаться, неохота меня жаловать. По сну. Я лично не очень люблю проекты с Энери, если честно. У меня есть несколько, но я их как-то, не совсем. У тебя же есть, значит, сном там. Сном есть. Будет. Будет что-нибудь, будет, но не ожидайте там прям далеко комплексных. Можем сделать. Да, могу, но я не очень люблю спаривание сценарий. Они для меня немножко скучные. Но, можно, конечно, сделать. Сейчас вот с этими новой комбинацией Энери, там дабл геты получились, и Мотли дабл геты, и Энери гет, и так далее. Но что-нибудь-то делать с ними будем в любом случае. То есть, да, будут снова. Будут. Дальше ничего нет. Что это за Кирилл Пидорас? Не надо отвечать. На следующий сезон планируйте, но без альбинизма где-то. BlackBerry. Если честно, Гелий, мы так явно так далеко наперед, как бы не планируем. В основном есть определенные проекты, которые обязательно делаются. Есть, которые спонтанно. То есть может быть что-нибудь из-за Бабацио в этом роде, но не уверен. В этом году я вообще не знаю, как будет у меня со спарринг, потому что после такого большого переезда девочки могут и отказаться на этот год. То есть еще посмотрю, кого я буду использовать и кого нет. Вопрос относительно смешивания разных линий альбино. Насколько это проблематично в определении в потомстве? Рафаэль, как вы имеете в виду, каких разных альбино? То есть, я уже не раз делал спарринги с плюсами разными. То есть, Angel, например, да, которых вывели. Это визуально ты плюс Никарагуа и ты плюс Гондурас. В одном животном. Это видно. Также уже было проделано Гондурас с VPI. И это тоже видно. Визуально этих двух разных альбино в одном животном. Сейчас, в прошлом году я сделал дабл гетов Никарагуа VPI. На базе Гондольфо и сразу с Гиппо, Мотли и Ацтек. То есть, это еще пока бебики. Это очень крутая комбинация. Возможно, я буду одну или две пары смогу отдать, но это стоит здешние деньги, ребят. Если кому-то очень сильно интересно вообще поучаствовать в очень новой вещи, то есть, которая еще визуально не сделана, это дорого. То есть можем поговорить, но будьте готовы к очень дорого. Даете дополнительно какие-нибудь витамины? Нет, никогда, Яна, никогда. Не давал, это вообще в Европе контрпродуктивно считается, никто этим не занимается. Здесь я слышал, что много людей там каких-нибудь там добавочек дают или что-нибудь, если вдруг заболело и так далее. В Европе это не используется. То есть вообще все, что им надо, есть в корму. Витамины вы можете только запороть, это мое мнение. Не буду сейчас спорить с теми, у кого есть хороший опыт с этим, у меня такого опыта нету. Есть, и у меня полностью не открыто. Посмотри там. Вот из вот этой нормы черного. Чувствуешь, да, да. Есть ИМГ. Есть ИМГ 100% GET VPI. Есть 100% ИМГ 100% VPI, GET 50 альбино. Карпин панта, у кого-то, допустим, он чернее, у кого-то менее черный. С чем это связано? И это с одного выложено.
Ну, вообще-то, скажем так, я бы уже никогда не делал... Качество ингрида еще. Да, я бы никогда бы не делал VPI с... Качество животного Тимофея, который самец твой, то, что в одной выводке мальки, кто-то купил у него чернение, кто-то купил у него не так черный. Ребята, у Тимофея 100% очень качественный ЕМГ, очень черный. Один из законов гласит же, как я говорил уже не раз, все, что можно передавать то дальше, что у тебя есть. То есть, чем круче само животное, родительское, тем круче будут бедки. Но, естественно, они же не фотокопия, не инкубатор, то есть прямо или не штамп, или не ксерокс, а одинаковые. То есть у кого чуть больше влияния, у кого чуть меньше, они, естественно, отличаются. Особенно если внутри есть гипо или еще что-нибудь. То есть некоторым ЕМГ годик хватает, чтобы почернеть конкретно, некоторым надо чуть-чуть больше. Но то, что качество заложено, потому что я знаю, какой у него ЕМГ, это бесспорно. То есть просто подождать, может быть, чуть-чуть дольше и ждать, что будет. Должно быть нормально. Если VPI Т+, и Никарагуа Т+, смотрите, я понимаю. А, ну вот, да, это есть, Рафаэль, да. VPI Т+, и Никарагуа. Вот я сейчас сделал дабл гетов. Это единственные существующие в мире дабл геты с дополнительными генами. Я уверен, что это визуально будет видно. Это относится к проекту Angel. То есть Никарагуа, Гондурас, Angel видны. Это прям вообще бесспорно. VPI, Гондурас тоже видны. И также будет VPI Никарагуа. Видно, что это не это, то есть не Никарагуа, не VPI, а смешано. Оба альбина в одном живут. Да, это будет. Минимальный размер террариума. Какой минимальный размер террариума необходим для среднестатистической взрослой самки? Лучше длиннее или шире, или выше? В любом случае, выше не лучше. Глубже лучше. То есть ширина нормальная и глубина. Высота не нужна. Взрослые удавы не лазят по веткам. Ну, если и ветки есть, они, конечно, полезут. Но когда такая туша в 6-7 килограмм с этой веткой свалится, не дай бог метр вниз, то я думаю, пару раз и все, и у вас девочка готова, и больше ничего она не будет делать. То есть я бы никогда не делал, террариумы выше, чем 70 сантиметров. Это уже так потолок в моих глазах, то есть максимум. И труднее обогревать, естественно, и так далее. Высота не нужна. То есть ширина, сколько у вас есть места. Среднестатистическая, я считаю, если хороший размер хотите, если предоставить своему взрослой самке, 150 на 70. 150 ширины, 70 глубины и 70 высоты. Это такой очень даже достойный террариум. Если есть немножко больше места, вы хотите сделать 1,80 м, делайте, проблем нет. То есть змея на вас не обидится. Приобрела удава малышку, у нее заметила поддергивание. Всегда облинивали сами, всегда. Это проблема неврологического характера. То есть сама полинять не может, Оксана, или как я понимаю. Приходится всегда помогать. Если есть поддергивание, то это, скорее всего, естественно, неврологическая проблема. Бывает. Это не есть хорошо, естественно. То есть бедное животное, ничего в этом тут уж не поделаешь. Неврологические проблемы не лечатся. То есть это есть и все. К сожалению. Может ли гет калий и там 50, может ли геты влиять на черноту ЛНГ? Может, не совсем понимаю. А, может ли гет альбино влиять на черноту ЛНГ? Но они же... Ну нет. Вопрос в том, что там они же у всех есть. 100% VPI есть у всех. А но вот альбино есть только у половины. Наоборот. Калий есть у всех. А, нет, правильно, да, VPI есть у всех. VPI есть у всех, а каль не у всех, только у половины. Может ли альбино влиять на черноту? Ну, в принципе, нет, потому что ЕМГ-гет альбино также становятся черными. Нет, это может быть просто потому, что такая смешивание этой крови произошла, просто. Вы понимаете, это все, когда смешиваешь столько много крови... Когда смешиваешь столько много крови разной, естественно, когда делаешь новые комбинации, то там невозможно предугадать все влияния, которые это будет иметь. Тут надо смотреть и ждать, но в принципе, я же говорю, по генам, по качеству генов заложено там все нормально. Если разговор о животных Тимофея, то там все в порядке. Просто смотрите на Тимофея, у него черный мальчик прям, то есть все в порядке. Да, Олег, да, сегодня стрим с клоунами. Комментарий. Кирилл, когда ты мне отсосешь, тогда похудею.
А, 7 лет прожила с ними, туда. Всего. А, ну, вот видите, хоть 7 лет, это уже очень много для такого. То есть, ну, в принципе, они не жильцы. Ну, как бы, как пэт можно несколько лет пожить, но в спарринг и так далее я бы с неврологической проблемой тоже не брал. Но в основном, я даже думаю, что это и не получится, если честно. Так что, да, жаль, но так оно есть. Так же, у них также могут быть болезни, как у людей, ребят. То есть, это... Тут не убежишь никуда от этого. Да, но если это его эдик, то это нормально. То есть там по качеству все в порядке. Там можешь даже не париться, просто зависит от того, как само животное индивидуально сейчас будет переседать. А какой у тебя? С гиппо, без? И сколько? Ну они такие старые, они еще молодые. Тут подождать надо, подожди немножко. Смотрите, что сегодня произошло? При вас малолетка, не думаю, идиоты какие-то. Сегодня, да, клоунада интересная получается. Пару просто конченых. Без ничего. Ну кинь фотку, я посмотрю. Что, с возрастом. Допустим, про что их? По ЕУГ. С гипоэнгез. Буду ли я менять гражданство? Ну, нет. Вначале я сейчас буду делаю сейчас вид на жительство. А потом уже через 3 года посмотрим. Менять? Нет. Дополнительно принимать русское? Наверное, да. Слабо выраженные мышцы на голове у удава. Как бывает у супермодели? Считается браком? Да, Ян. Но это очень, конечно, не очень хорошо. Если супермодели, это действительно не живущая штучка. А если слабо выраженные... А какая генетика? Тут надо смотреть индивидуально. В любом случае, это, естественно, не очень хорошо. Но, ребят, еще раз. У людей же тоже и глаза немножко на разном расстоянии, и нос больше, меньше, там, как у тебя большой. И разные подбородки и так далее. Также и удавов это может быть. То есть некоторые вещи вообще не страшные, фактически. Просто как бы они есть. Все зависит от того, что это за комбинация и из-за чего это произошло. Взяли малыша другого. Вопрос примерно, до какого возраста мышами кормить? Попробуешь, потом скажешь. Крыски лучше. Оксан, по размеру. От размера зависит. То есть, когда животное уже размера такого, что может осилить крысу, то можно и крыской. Крыской, конечно, больше, быстрее. То есть, это более такой серьезный корм. Но я скажу вам так. Я своих малышей где-то до года-полтора точно кормлю мышами. А потом уже потихоньку перехожу на маленьких крыс такого же размера, что подходили. И тогда уже перехожу на крыс, просто потому что крыс как бы больше получается. Так, все от размера зависит. Добрый вечер, у нас Black Panther очень любит лежать в поилке. Уже месяца 3 так живет. Клещей нет точно. Ест, линяет, все хорошо. Из этого возник вопрос. Это может быть особенностью происхождения удава, связано с морфой? Нет. Но есть такие кадры, которые действительно прям очень любят поилку. Либо, может быть, просто хотят быть немножко в прохладнее ситуации. Может быть, у вас чуть-чуть тепло. Но у меня есть такие вот из всех моих питомцев, моих больше 500, есть с одного выводка, например. Гондурас Оникс, это плюс Ониксы. Я это только замечаю прямо вот у этого выводка. Они все обожают лежать в поилке. Прям вот им там очень комфортно и прикольно. Тут это особенность скорее индивидуального выводка просто так получается. Не все Black Panther любят лежать в поилке. Или конкретно это животное просто это предпочитает. Ничего страшного в этом нету. Если у вас все параметры нормальные, то есть нету клещей, это точно это самое главное. А все остальные параметры, если подходят, если не слишком жарко, и он просто ему там нравится лежать, ну и дай бог, ну и оставьте его там лежать. Вот скажите, имеете ли в продаже стерлинг, занимаетесь данной морфой? Рафаэль, нет, стерлингом я не занимаюсь, я занимаюсь зиро. На данный момент продажи нет, есть взрослые экземпляры, естественно, буду спаривать опять. Меня очень быстро раскупили в зиро, американцы меня разобрали за минуту. Я считаю их намного красивее, чем стерлинги. И как бы вижу больше потенциала. Ну и чтобы не копировать всех остальных, стерлингами уже довольно-таки много сделано в моих глазах. Я не хотел заходить в эту линию, поэтому я занимаюсь зиро. То есть очень похоже, но они в возрасте... Да, они такие, нормально красивые.
Да, они красивые. Дети. И они в гете красивые, потому что это лунгкау. Да. Просто они лучше, в моих глазах лучше, круче. И, естественно, чище крови. Мне больше нравится. Гарри, спасибо большое, стараюсь не рассказывать. Больше раз в 3-4 недели крупно. Нормально, Оксан, нормально. Главное, вот когда вы покормите, чтобы было видно немножко животик, чтобы внутри было видно корм, это нормально. То есть, если хотите, по факту, самое толстое, самое широкое место, самое толстое место удава, корм должен быть в таком же размере, ну, может, чуть-чуть больше тоже можно. А интервал раз в 3-4 недели, отлично. Владимир Щеглов, всем привет, вскоре поеду в Липецк за кучкой питомцев. Можно ли приехать в гости к Гарри на экскурсию? Владимир, да, можно. Я вообще, чтобы всем ответить, я буду разрешать навестить меня и посмотреть вживую это все. Единственное, что я требую прям, вот, это немного, но это я как бы за счет здесь далеких расстояний, это будет даже легче. Пожалуйста, ребят, если приезжаете ко мне в гости, это огромнейшая просьба. В этот день не подходите к своим животным, не чистите, не трогайте их, не берите их в руки. Желательно свежие шмотки, свежие вещи одеть и не трогать своих питомцев в этот день. Тогда можете приезжать ко мне. Да. Просто не хочу никого потом ни в чем винить. И чтобы как бы просто предохранить всех, и вас, и меня, просто пожалуйста. Это единственная просьба, которая... Ну и хорошее настроение с собой привезти. Тогда можно. Можно поподробнее по Зиру? Не могу найти про них информацию. Произошла из лонгикауда. Их пока очень мало в мире. Выглядит... Я могу показать... Ну, у меня в Инстаграме точно есть Зиро. Посмотрите на мой Инстаграм. Харри Хайнли вместе написано в Инстаграме. Там увидите Зиро и Бибиков и так далее. И много людей сейчас показывают на данный момент. У Эдика в группе он уже показывал не раз... От Ник Вернера Zero он потом показывал. Это тоже животное. Подписывайся. Да, вот там, вот тут, вот здесь, везде. Если честно, не будет. Просто напиши /хари. На английском, да. В принципе, то же самое. Рецессивная форма произошла из лонгикауды. Выглядит почти так же, как и Стерлинг, только более насыщенно. В возрасте... получают еще черные линии, то есть черная голова, такая с черным таким окрасом. Так, в принципе, все тело выглядит очень похоже на Стерлинга, только более насыщенным цветом. Вот. Как-то беленькие, они похожи на Стерлингов очень, а вот в возрасте уже отличаются серьезно. А так работает также рецессивно, прикольно. Есть уже и даблгеты взрослые фактически, то есть буду уже скоро делать с дополнительными генами. Гарри, начало стрима я не успел. Повторите, пожалуйста, в какой город вы переехали? В Липецк. Липецк. Вход бесплатный, выход платный. Согласен, Виктория. Так вообще прикольно. Мне ехать до вас 3-4 суток, так что контакт с другими змейками исключен. Владимир, поэтому я и сказал, да, здесь за счет расстояния это как бы получается по факту прикольно, так что да, не проблема. Я просто сказал для всех, кто даже ближе. Просто это единственная просьба, и вы можете навестить меня и посмотреть коллекцию вживую. На чем я их содержу? Ну, на крысах желательно. Я знаю, я понял, прикалываюсь. В большей степени у меня есть специальная бумага, которую я привез с собой. Я заплатил бешеные деньги, чтобы перевезти это сюда. На годик хватит, я думаю. А там буду искать потом здесь варианты. Четырехслойная... Очень прочная и в тот же момент очень мягкая бумага в определенном размере рулона. Там огромные рулоны. Очень хорошо принимает влагу, не рвется так просто и так далее. Ну, такой бумаги. Ну, либо на том, что есть. То есть можно, естественно, на опилках и так далее. Пока еще думаю. Это для меня самый чистый вариант, потому что у меня очень большое количество. И это легче всего убирать. Вот, поэтому. Катя, не, ну зачем заранее записываться не надо, просто, естественно, согласовать определенный, например, там, день, когда есть время, да, и когда можете приехать, и тогда можно, да. 350 километров, ну это вообще здесь близко-близко, так что, да, можно. Так как я
не собираюсь в ближайшее время уезжать в отпуск, к сожалению. Можно да, будет приехать. Ты в Липецке, ты считай так, в отпуск. Ну да. Самое главное, не слишком рано утром. То есть к обеду это нормально. А к вечеру мне вообще пофигу. Кокосовые чипсы, конечно, подойдут. Естественно, на них тоже содержат нормально. Просто для меня плохо видно, немножко плохо видно, когда они гадят там. Поэтому чуть-чуть. Это на кокосовых чипсах можно содержать, когда у тебя несколько штук. Там до 20, например, что-то такое. Тогда это красиво, удобно, нормально. Почему нет? То есть, ну, разрешены все такие материалы, это вообще без проблем. Удав на вас не обидится ни на то, ни на это. А по-другому никак? ВК ты можешь себе по рукам стукнуть, чтобы не купить никого. А, ну да. То есть вы имеете в виду, когда зайдете, захочется и того, и того, и того. Ну, извините. Наверное, да. Буду честен, скорее всего, да, потому что вживую эти животные выглядят еще намного, намного круче, чем на фотографиях. И наверняка захочется кого-то. Да. Тут уж пардон. Катя, без проблем, да. Собирайтесь. Ну, дайте мне еще чуть-чуть времени. Я еще не все закончил. Мне еще где-то недельки две надо, чтобы вообще просто все было в ажуре. Ну, и тогда можно будет, да. Надеюсь, вы смогли ответить на очень много вопросов. Давно хотел спросить, шарп постели не занимаетесь? Шарпом я не занимаюсь вообще. И не буду, и не собираюсь. Для меня шарпы это один из генов, который я не хочу иметь в коллекции. Я до этого говорил в самом начале, что я считаю шарпов ты плюсами, а не ты минусами. И у шарпов есть просто у меня как бы немножко к ним предвзятое отношение. Но это не касается самих шарпов, то есть с ними все нормально. Я просто не хочу ими заниматься. Так-то с ними все нормально. Но не для меня. Да и куда еще, блин, ребят, у меня столько разных морфов. 1, 2, 3 гена я могу как бы исключить из списка. Парень, вы рыбачите только с берега, тут подводный охотник. Олег, ты прям... Слушай, я прям за. Парни, вы рыбачите только с берега? Как это относится к подводной охоте? Приглашаю на Волгу. Олег, ну давай, слушай... Поближе к лету обсудим этот прикол, напомни. Я с удовольствием попробовал, конечно. С удовольствием. А далеко? Ну, сколько, да. Сколько до вас там километраж? Чуть больше 1000, наверное. Ну, тогда лететь надо. Тогда лететь надо. А что, ехать что ли, 1000? Конечно. Что, с ума сдвину? Я лечу, он едет. Не хватит рыбалок моих, я что-то... Я... Коля, всегда рад, если смог чем-то помочь. Ну и познакомимся уже очно, когда приедете. Да. Иванова. Или Иванова, как правильно. Что это? Кто, фамилия или город? Нет, город. А, Иванова? Он в Иваново. Не с Москвы. Это он с Ивановым, наверное, на Волге. Вопрос был, куда ехать. Если приглашаешь на Волгу, то говори куда. Ближе к лету я только за. За такой кипиш всегда. Подводная охота, прикольно. Ни разу не делал, думаю, прикольно. Плавать умеешь? Плавать умею, нырять умею. Есть даже легкий водолазный опыт. Нырять все умею. Всплывать умею. Всплывать умею, у меня есть жирок, я могу всплывать. Стрелять умею отлично. Да, я просто не умею долго быть за рулем. После 300-400 километров я засыпаю. То есть для меня это длинное расстояние, я просто боюсь не доехать. То есть должен быть человек, кто держит меня как бы в состоянии не сна, постоянно что-то рассказывает или толкает, или я не знаю что. Или просто кто-то умеет ездить такие расстояния, тогда, пожалуйста, тогда я поеду. Вот, как-то так. Это Ярославль, Нижний Новгород. Прикольно. Это недалеко. Сколько до Нижнего от Липецка? Километров, наверное, есть там 560, километров 600, максимум 700. Да? Не, ну это можно проехать, да. Отсюда. Прикольно. Блин, Олег, серьезно, если к лету еще раз напомнишь, то, наверное, мы за. Пожалуйста, Владислав, пожалуйста. Всегда рад помочь.
600, это можно, да. 600. Да. А есть все для этого, или надо все покупать, или там можно как-то арендовать, или есть у друзей, у знакомых? Потому что если все покупать на один раз, то это, конечно, конкретно. Читаешь, да? Да, я тоже. Короче, я сейчас приехал в Россию. Мне любой кипиш, которого я еще не видел, я только за. Скажем так. Интересно, и посмотрю, что здесь все можно делать. А тут больше можно, чем в Европе. Намного, в разы. Так что будем стараться. Посмотрим, как получится. Вот, как-то так. Закругляемся. Да, я вижу, сколько мы? 2 часа отпахали? 3 часа. 3 часа отпахали? Да. Нет. 8, 9, 10. Нет, 2 часа. А, 2 часа. Не совсем 2 часа. До 10. Да, сейчас еще пару минут потянем, чтобы 2 часа были. Я не знаю, ну вроде вопросов нет, в принципе. Если вопросов больше нету, да, то ты тогда... Ты никакой стих не готовил? Песню, блин. Не готовил. Ну, блин, Дед Мороз еще рано. Новогодние скидки будут? Новогодние что? Спрашивайте, скидки новогодние будут? Что? В том году... Что это за слово такое? Непонятно. В том году у нас люди делали, да. Выбирали... Пару животных. 5-7-8 животных и делали на них, наверное, минус 30%. Можем сделать, да. Оксан, да, не вопрос. Яна, а сколько... Ну, зависит от того, что я хочу получить или насколько у меня как раз в голове проект. 20-30. 20-30, да. Рекордное количество было где-то почти под 40. Сейчас в этом году точно столько не будет. В следующем уже будет серьезнее, да, опять. Ждем черную пятницу. Черная пятница, это знаешь как? Это накручиваешь 100% и потом даешь 20% скидки. Это прикольно. Это ты будешь наш Робинзон Крузо, да, с черной пятницей? Да. Да, знаете что, 2 метра ростом, зеленая стоит в углу. Негр. А если спросите, почему зеленый, мой негр, как хочу, так и крашу. Вот черная пятница будет. Это так. Да, посмотрим, что в этом году получится еще интересно. Но на данный момент, скажу честно, у меня очень много бебиков еще с этого, с прошлого года. То есть будем фотографировать, показывать. Интересно, и там уже посмотрим, что спаривать буду. Постараюсь в любом случае Zero спарить, в любом случае. А там посмотрим, что еще интересного. Какие девочки будут себя хорошо чувствовать, тех и буду спаривать. Но не буду их как бы принуждать. То есть, потому что после такого переезд реально серьезный был для них. Поэтому, да. Да, если у кого-то есть хорошие адреса там, на корм, блин, да, по корму. По корму, ребята, блин, тут ковыч нужна, если честно. Да, и вовремя Татьяна Григорьева присоединилась, да? Да. Не хватает корма конкретно, прям конкретно. Особенно больших крыс. Средних и больших, вот прям нехватка, прям бешеная. Если кто может помочь, подсказать, там, что... любые количества, особенно большие количества, беру сразу. То есть, прям... Прайс-лист фото не помешал. Прайс-листа с фото не будет, потому что в одной генетике животные разные ценники. Да. Поэтому... Будем отдельно, индивидуально делать фотографии, выкладывать действительно много животных, ну и уже с прайсами, естественно. Прайс-лист это на стене группы, где фотографии конкретных животных и с фотографиями конкретных ценников. А так индивидуальный запрос. Если видите животное, которое вам нравится, просто в личку и спрашивайте. Меня просьба в личку спрашивайте. Пожалуйста, не пишите мне в личку с вопросом, сколько стоит удав. Очень много. Добрый день, сколько стоит удав? Все. Блин, тут их 700 штук, какой? То есть это вообще так. Сколько стоит удав, нету такого вопроса. То есть это не работает. Да? Если вдруг выложено фото удава, нет цены, пишите. Или если вам что-то нужно, но этого нету на стене, тоже пишите, и скорее всего это есть. Да, прям с конкретикой. Там, мне нужен там, например, там гиппо с такими гетами или модли, или что-нибудь в эту сторону. То есть мы рассмотрим обязательно, я посмотрю, что у меня есть. Много животных есть, которых вообще никогда не афишировали. Так что прям даже можете спрашивать индивидуально
что вам интересно или что вам бы помогло в проекте, да, можете спрашивать в личке, осмотрим варианты и скажем, есть ли что-то или нет. Мы ставим вопрос о живых крысах, еще актуально. Да, Володь, если когда поедешь, да, обязательно напиши. Да, крысы живые нужны. Крыши, мыши, мастомисы. Мыши, наверное, не так. Мыши не так, мастомисы и мастомисы крысы. Мастомисы и крысы. Наталья Бондарчук обещала нам мастомисов. Да. Если слышишь, я помню. Да, крысы тоже нужны. Гостя? Для себя разводить будем, но в небольших количество, чтобы хоть что-то было живое и так далее. Да, конечно, в основном покупать. Есть несколько людей, кто под нас это будет выращивать. Скорее всего, это будет поставщиков несколько. Если кто-то еще хочет, кто-то здесь рядом, то, конечно. Сколько крыс надо? Володь, ну а сколько ты сможешь привезти? Вопрос от этого. Ты понимаешь, что я скармливаю в таких параметрах? Нет, размерах. Сейчас вопрос о живых. Ну я их могу умертвить, если нет. Нет, умертвить, это что, 4000 километров повезет тебе живых крыс, он же тебе там 30. Нет, это на разведение, да. На разведение. Это на разведение, я не знаю, вот если ты там, ну же, конечно, взрослых ты не привезешь, если можешь, конечно, то супер, а так даже от подростков, не знаю, 50-100 штук возьму с удовольствием. Да. Виктория, Гостев? Нет. Ну могу, стоп, Гостев, у меня есть. Нет, это Гостев, это Максим Липецкий, магазин у него. Разговаривал с ним, но нет, не разводит. То количество, которое у него есть, там 20-30 крыс в месяц, даже не интересно. А как же мы отдыхаем, Олег? Блин, прикиньте, мы успеваем еще отдыхать, успеваем еще и в коленной посидеть и так далее. Просто очень хорошо разработана система чистки. Все налажено, пытаемся сделать так, чтобы было максимально быстро, удобно и эффективно, поэтому да, получается. Живых около 50. Володь, супер будет, только просексуй, пожалуйста, если там будет 10 самок, 40 самцов, просто чтобы их не тащить тебе. Лучше наоборот. Да, 40 самок, 10 самцов. Просто если там будут все почти самцы, ну блин, мы их скормим, тащить их, сколько тебе там с тренером? 4000, да. 1003, кажется, 4. Километров ехать, да. То просто ни животных не мучить, ни тебе с ними не ехать. Нужны Диана, больше самки, естественно. Самок больше должно быть, чем самцов. Диана, добрый день. Здрасте. Диана, очень крутой проект Оникса взяла. Да? А, если это, может быть, был секрет. Диана, серьезно? Оникса? Да, супер Оникса взяла двух. Так, стоп, это нельзя рассказывать. Нельзя рассказывать. Не, ничего не брала. Извиняюсь. Диан, молодец. 4000 километров пишешь. Машина проводяет. Да сейчас холодно, окно можно открывать на постоянку. Что там проводить? Нет. Можно их на крышу везти. А Владимир уже приезжал сюда раз. Ну, Владимир, конечно... Он даже здесь был за этим столом. Монстр, в хорошем смысле этого слова, блин. Офигеть, такое расстояние проехать. И, Владимир, блин, если бы шапка была, я прямо так. Офигеть. Очки сниму. Нет, очки не сниму, ничего не вижу. Это просто, да, просто респект, уважуха, такое расстояние. Понимаешь? Вот я тебе скажу так, Владимир. Раньше в Европе, вот даже для Германии, например, проехать там 1000 километров, это огромнейшее расстояние, потому что вся Германия 1000 километров. И раньше люди именно за удавами ездили всегда персонально. Не было ни выставок, ни каких доставок и так далее. Все это раньше делалось персонально. То есть, блин, ну это у вас хорошо, чего тебе ехать там? Ну, ко мне с Берлина, вот максимально постоянный клиент. Ну, сколько километров, подожди? 600 где-то, да? Приезжают 4 раза в год. Ну, 600 километров, а здесь доедь, вот. Ну, где-то много, конечно. Я же говорю, это уважуха просто. Ну, я, немножко, мне не с чем сравнить. Немножко разбросанные города, не так, как у вас. Что тебе оттуда, да, и до соседних? Ну, я не могу это сравнить, естественно. Я же говорю, уважуха, потому что это вообще расстояние нереальное. Уважуха. То есть, да. Прям капец. Я видел как-то 70 мышей в Блаблакар. Серьезно? И как блаблакарщики не офигели так? Мыши, особо мыши вообще воняют конкретно, если самцов везешь. У меня один раз четыре мыши живых жило дня 4. Это просто, это я не знаю. Это капец. Задохнуться можно. Кстати, всем совет, если что, если где-то у вас
нету другого выхода и надо пару живых, то разводите мастомисов. Они намного меньше пахнут, по факту просто. Намного меньше воняют, и корм сам по себе получается, особенно для бебиков, намного серьезнее. То есть он больше, как называется. Тяжелее по весу или почему-то? По питательным? Да, питательным. Больше, чем мышь. Питательнее. В любом случае, больше, чем мышь. 4 самки один самец привезет. То есть 40 самок, 10 самцов. Отлично. Отлично. Сами предложили? Ну тогда. Ну тогда им, Виктория, тогда им флаг в руки, что делать? Надо дальше перевозить с ними, молодцы. Да, корм на самом деле это единственная проблема, которую я на данный момент здесь вижу пока что для меня. Пытаюсь рассмотреть и перепелов, хотя ни разу еще не кормил своих животных летающими, пернатыми. Летучие мыши, да. Ни разу не кормил, поэтому... Но рассматривать придется, потому что слишком мало взрослых крыс, маленьких мышей и так далее достаточно. Вот. Взрослых крыс это прям реально недостаток здесь. Будем разбираться, посмотрим. В Германии я держал всегда на постоянке около тонны корма. То есть всегда. То есть это было вообще не проблема. А здесь это немного проблематичнее получается. То есть рефрижераторы есть, а корма нету. Как-то так. Посмотрим. Если кто-то что-то увидит, узнает, сообщайте, пожалуйста. Буду забирать. Вот, как-то так. Или привозите сразу, когда приезжаете выбирать животных, сразу с собой привозите корм. Будут скидки. Как разводили? Свинками? Ну, свинки, конечно, кормили свинки. Свинки это очень жирный корм. Его кормить можно только... Например, прямо после, как родила, она, там, после рождения или один-два раза до родов, еще до спаривания. То есть это очень жирный корм, с ним не стоит слишком сильно баловаться, потому что животное жиреет конкретно. Да, что еще нужно делать самому? Да, попытаемся разводить полетел. Тоже, но блин, ну очень много это работы. Если раньше я разводил крыс тоже, но это очень много работы. То есть я бы лучше бы аутсорсовал это кому-то покупаем. И покупал бы. Это было бы мне удобно. 20 колен? Да, да, это пропуск. Сочная крысеница. Да, да, да. Как-то так. Ну ладно, ребят, мы тогда будем. Вечер добрый, вопрос по тепловым панелям. Есть ли возможность разобрать одну? Хочется повторить это изделие. Я думаю, там ничего сложного, нет, спросите, стоит это должно недорого. Да, Роман. Там на самом деле действительно ничего сложного. Если хотите аналог, я не знаю, есть ли здесь в России. Мне кажется, это... очень похожие штуки для цыплят. Да, именно только что я сказал. Аналог, вот цыплят, обогрев цыплят, вот есть, покупать такие панели тоже для цыплят. Их поднимают на такие ножки, и цыплята под ними греются. Вот если что-то такое найдете, это 100% аналог хитпенела. То есть это оно и есть. Ну да, некоторые удавы дебилы, они, конечно, сзади попытаться. Они у меня перепелов не знают, поэтому я не знаю, как они на это реагировать будут. Да, надо посмотреть. Надо посмотреть. Вот если такие видели, да, Роман, это прям аналог. Можете такое взять. Это... Уже их доработали для змей, сделали немного лучше, там больше тепло вниз уходит, чем у... Вот этих для цыплят. Потому что у цыплят она сделана там на 10-20 сантиметров или сколько она обогревает. А надо, чтобы немножко ниже тепло шло, конечно. То есть там может быть чуть-чуть переделать. Там также находятся, наверное, обогревающие шнуры вот эти в каком-то порядке. Плюс оболочка должна быть, чтобы они как бы если притронулись к нижней части, чтобы не обожглись. Вот, она должна не нагреваться не больше, чем на 50, наверное, градусов, или 60, там где-то так, сама поверхность. Можно аналог провести, да. Можно делать, наверняка. Если кто-то... Ну, тут надо разбираться. У меня две левые руки в эту сторону. Я технически не очень верзированный человек, поэтому... Должен кто-то сделать, кто умеет. Я посмотрю, Роман. Я, может быть, взял с собой один или два хит-панели, которые мне не нужны, даже, может быть, не рабочие.
Я, может быть, просто когда запаковывал, может быть, бросил с собой. Я еще не все разобрал, я посмотрю. Если есть, я с удовольствием предоставлю для разборки такое. Но только если есть. Я посмотрю, не уверен. Естественно, там одну-две панели там прислать, конечно, это все можно, но, ну да, Игорь уже говорил, это очень дорого. Пересылка очень дорого и очень геморно. И если там посылку бросят один-два раза, то может быть и половина всего...